Озеро Безымянное расположено в Первомайском районе в границах улиц Приозерной, Ласточкина и Вересаева. Живописный водоем возле железнодорожного техникума, среди лесов и частных домов. В планах благоустройства территории площадью почти 4 гектара. По дизайн-проекту на берегу создадут сад нимфей с пристанью для лодок. Дети смогут играть на эко-площадке с панорамным видом на озеро. На склоне обустроят места для неспешных бесед и рыбалки. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать презентацию проекта. Проголосовать за благоустройство этой или любой из 8 территорий можно на сайте 54.городсреда.ру. Голосование стартует 15 марта.